А вот в восточном Казахстане спрогнозировать паводок, его последствия скоро будет затруднительно. Гидрологи заявили о перебоях в финансировании. Под угрозой обрушения оказались десятки домов и строений на побережьях озер Алаколь и Зайсан. Из-за нехватки средств разрушается непрерывность мониторинга. Там погибают целые улицы. Там поднялся уровень воды в Зайсане, поэтому идет разрушение, и причем очень-очень быстрое. И поэтому там необходимо, в частности, обновлять пост, или, может, даже организовать заново его и вести наблюдение. Размывание горных пород и почв в геологии называют эрозией. Восточно-Казахстанская область – самый водный регион страны. Здесь наблюдения за эрозией начали в 80-х годах прошлого века. С тех пор о возможных оползнях, подтоплениях и других опасностях природы местные власти узнают от гидрогеологов. Точнее, узнавали. Из-за сокращения финансирования поток данных иссякает, а ведь выявление эрозии и прогноз – изменения опасных геологических условий очень важны для безопасности населения. Прекращение работ в этом направлении чревато серьезными последствиями, но денег все равно нет. Департамент Восказнедра неоднократно обращался в Комитет геологии по данному вопросу с целью дальнейших продолжений наблюдений за опасными геологическими процессами. В настоящее время ждем ответа от комитета, надеемся на продолжение.